Всем привет! С вами канал у Павла. Вот, с вами Павел. Вот. Сейчас пришла посылка. Вот. В принципе, вот она, посылка эта. По названию это Black Plastic Case. Что, в принципе, я думаю из названия, что это пластиковый кейс. Вот. По идее, я такой заказывал. Сейчас, давайте. Все облепили. Вот. По идее, я такой заказывал для Raspberry Pi, который показывал в прошлом видео. Дело в том, что вот. Так, коробочка больше начинает в сторону. Вот. Дело в том, что я при переезде, вот, и как бы потом ремонт делал, она у меня сильно запылилась. А так как маленькие детальки, ну вот, вот она, если видно, она вся в пыли. Вот. И тут ее тяжело вычистить. Вот. Ну и, следовательно, голая плата, может залиться, еще что-то. Я решил для нее корпус купить. У меня до этого был корпус такой стеклянный, как бы, точнее, стеклопластиковый, я не знаю. Вот. Он собирался из нескольких кусочков. Вот, но он быстро у меня поломался, он вообще какой-то хлипкий был и дурацкий. Вот я заказал другой корпус, посмотреть, что это. Вот в комплекте, кстати, шли к нему радиатор, вот два радиатора, да, вот пришли, которые как раз, вот я уже до этого подключал. Вот так вот выглядит кейс, запечатанный, все хорошо, вот даже с дырочками есть, то есть для обдува. Давайте откроем. Сейчас не поломаю. Легко посмотреть. Так, вот он, кейс так выглядит. Вот открыли. Он на болтиках. На болтиках это тоже интересно. Вот, 4 болтика в комплекте. Вот, ну, давайте попробуем Raspberry Pi посадить. То есть мы в сторону. Так, не так, значит. Значит, она подключается вот таким образом. То есть вот это значит низ. Крышечка низ. Ну, то есть мы тогда делаем вот так. Идеально село, а хотя нет, вру, село, конечно, не идеально. А почему? Потому что вот так оно должно сесть. Вот теперь село идеально, все разъемы совпадают, вот все тут разъемы, все хорошо. Вот. И крышка сверху. Давайте попробуем, как она будет. Вот. Замечательный маленький получается компьютер, полностью закрытый кейс, просто здоровский, реально поможет. Так что заказывайте, вот кейс реально классный. Если кто будет изучать со мной вместе всякие мини ПК микроконтроллеры, заказывайте, рекомендую. Вот ссылочку в описании оставлю. Все, всего доброго. До новых встреч!